Оборвались жизни двоих детей. Страшная трагедия произошла в селе Хабтагаймигена Кангаласского района в ночь на воскресенье. 4 марта в Хабтагайскую участковую больницу поступили сразу 4 пациента с отравлением от угарного газа по причине того, что отец оставил автомобиль в гараже с автозапуском двигателя. За жизнь третьего мальчика сейчас борются врачи. В ситуации разбиралась Кристина Якупова. Накануне трагедии отец собирался с приятелем на рыбалку. Он оставил автомобиль друга в своем гараже, пристроенном к дому. Мужчины уехали, оставив машину на автозапуске. Однако, как установили следователи, после прогрева двигатель не отключился, и угарный газ проник прямо в дом. 10-летний мальчик и его 14-летняя сестра погибли во сне. Заречным межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия с дислокацией в Мигино-Кангаласском районе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» по факту смерти детей в частном доме села Хабтагай. Мать семейства и младшего сына 8 лет санрейсом привезли в Якутск. Здесь женщину удалось спасти, сейчас ее жизнь вне опасности. А состояние единственного выжившего ребенка, увы, пока не улучшается. Ребенок был вчера доставлен в педиатрический центр. Сегодня он находится у нас в реанимации педиатрического центра на аппарате искусственной вентиляции легких. И состояние его крайне тяжелое. В коме, как он поступил, так сегодня его состояние остается в коме. Пока никакой положительной динамики в отношении, допустим, вот выхода из комы и никаких признаков сознания ребенок пока не подает. В данное время следствие устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков, Якутск.